Близкие и семья оплакивают единственную жертву теракта на заводе сжиженного газа в городе Сен-Кантен-Фелавье. Жертвой убийцы оказался Эрве Карнара, начальник транспортной компании, в которой работал террорист. Церемония прощания с Эрве Карнара прошла в его родном городе Фонтен-Сюрсон. Его обезглавленное тело было обнаружено на территории завода. Голова была привязана к забору в окружении исламистских флагов и символики. Тем временем задержанный на месте преступления Ясин Салхи начал давать показания следователям. Выяснилось, что на месте преступления Салхи сфотографировал себя с отрубленной головой убитого им человека. Этот снимок Салхи отправил на номер, зарегистрированный в Канаде. По предварительным данным, получатель снимка мог находиться в Сирии. Теракт был совершен в пятницу утром. Ясин Салхи, пользуясь знакомством с персоналом предприятия, свободно проехал на служебном автомобиле на его территорию, после чего протаранил баллоны с газом, спровоцировав взрыв.